Представляем вашему вниманию технологию удаления кариеса при помощи микрофрезерной стоматологической машинки. Кариес – самое распространенное заболевание на Земле. Он вызывается микроорганизмами, живущими в полости рта, и при отсутствии должного лечения приводит к полному разрушению зубов. На ранних стадиях кариес поражает небольшие участки эмали. Но, к сожалению, современное медицинское оборудование несовершенно, и при удалении кариеса зуб теряет очень много здоровой ткани. Фактически, стоматолог удаляет кариес вручную, и точность его движений низка, а операция довольно длительна и болезненна. Для быстрого и эффективного лечения кариеса инженеры нашей компании разработали модельный ряд микрофрезерных стоматологических машинок. Давайте посмотрим, как они работают. Сначала пациент зажимает в зубах корпус машинки, напоминающий полиуретановую боксерскую капу. Корпус защищает небо, язык и десны, оставляя открытой только пораженную область зуба. Внутри машинки находятся сервоприводы, двигающие головку, на которой размещены миниатюрные камеры, светодиоды, сопла подачи воды и сжатого воздуха, а также фреза, вращающаяся со скоростью до 100 000 оборотов в минуту. Машинка жестко фиксируется во рту пациента и не меняет свое положение на протяжении всей операции. Затем оператор отмечает пораженные участки зуба. Он фиксирует координаты точек, по которым программное обеспечение построит будущий маршрут движения фрезы. Чем больше ключевых точек отмечено, тем точнее получится маршрут. Управление машинкой осуществляется с помощью контроллера, передающего движение руки оператора сервоприводом. Руки оператора удобно располагаются на столе, а движения и усилия, передаваемые машинке, масштабируются на заданную оператором величину. Благодаря этому движения фрезы очень точны и выверены. Оператор контролирует положение машинки в пространстве с точностью до нескольких десятков микрон. Когда маршрут движения построен, оператор запускает программу. Фреза начинает вращение, погружается в ткань зуба на заданную величину и двигается по рассчитанной траектории. Оператор наблюдает за работой машинки и контролирует, что все идет по плану. Кстати, благодаря тому, что вмешательство в живую ткань зуба минимально, пациент практически ничего не чувствует, и обезболивание при такой операции не требуется. Операция занимает несколько минут, после чего ротовая полость промывается, и в зуб закладывается пломбирующий материал. Кстати, стоматологическая машинка универсальна, и вместо фрезы для обработки зуба можно использовать другие инструменты – сжатый воздух, абразивный материал или лазер. Это позволяет использовать данную технологию не только для лечения кариеса, но и для профилактической очистки зубов. Конструкция машинки относительно несложная, а все необходимые для ее производства комплектующие уже имеются на рынке. Мы планируем, что при запуске серийного промышленного производства стоимость одной машинки составит от 500 до 1000 долларов. Мы уверены, что разработка и внедрение нашей технологии помогут миллионам людей в ближайшие годы, а микрофрезерная машинка займет достойное место в арсенале каждого стоматолога. Если вас заинтересовала наша технология, пожалуйста, свяжитесь с нами. Будем рады пообщаться, ответить на вопросы и выслушать предложения.